Всем привет, дорогие зрители, с вами Чокопаев, и это 18-й выпуск обзора модов на GTA. Сегодня у нас на очереди будет GTA Артамянбург, но перед началом видео хотел сказать, что я сдал экзамены, а именно ОГЭ, математику и русский. Конечно, охеренно важная информация, но все же. И хотел поздравить всех 9-классников и 11-классников с тем, что они успешно сдали экзамен. Ну, конечно, кто сдал, да? Кто не сдал, тот лошара ебаный. Уже 30 секунд прошло, можно материться. Ну и, в принципе, все. Переходим к видео. Почему как-то я захожу настраивать игру, почему я когда нажимаю левой кнопкой мыши, вот на эти кнопки, они не работают? Мне приходится на Enter нажимать. Я только это сейчас хотел в пример привести, тоже это Vice City. Потому что всегда, когда я в Vice City захожу, с первого раза кнопки здесь не работают. Ну да ладно. Как мы видим, модификация называется Grand Theft Auto Артамянбург. Артамянбург. Я сказал мямбург. Если вы смотрели мое прохождение по Купянску, то уже видели к нему отсылку. Там, может быть, я сейчас в правом верхнем углу это сделаю. Но не будем томить. Ну и эта игра, сразу говорю, похожа на все предыдущие рофло-проекты, на Купянск, на Вася Город. Чё-то как звук какой-то, блядь, уёбищный. Вот вначале ебашило от души, здесь что-то вообще тихо. Юбилейно, да-да-да. Ну да. Пизда. В принципе, мало чем отличается, наверное, этот проект от других. Там от Купянска, от Васи Города, тоже можете там на канале порыскать или там в плейлисты зайти. Там у меня на все это обзоры есть. Нихуя себе, это что, масс? Ну съебал отсюда, теперь это мой масс. Так, что-то я намудрил походу с громкостью. Я громкость регулировал по музыке в начале. Но музыка там ебашит вообще, пипец. Ну и опять не работает. А в игре тут вообще ничего не слышно. Карты нет, вы держитесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Карты нету. Блять, и что делать тогда? Теперь, как в этот, как в GTA 3 будем играть? Блять, ебать, он медленный. Здравствуйте. Что будете заказывать? Ух. Ёбаный урод, блять. Я это заблюрю. МС Воронеж. Мак Малковск. Саша Малков. Это же из этого. Из Купянска. О! Этот! О, Купянск! Там вон логотип. И Безруков как раз. Ну, Безруков тоже фигурирует в этом, в Купянске много раз. Булочка, посольство Вася Города. А, там про булочки тоже что-то было, я помню. А, это посольство Васи Города, а это, видимо, посольство Купянска. Посольство Купянска. Умирай от скуки. А, не умирай от скуки, Купянск. Подними вверх руки. Это сейчас вспомнил просто, не прочитал, там это невозможно было сделать. Ну и довольно без руков. Я бы это на превьюху бы поставил. Блять, он не разворачивается. Так нельзя. А, вот-вот. Прикол. Окно, дверь, окно. То есть, если честно, все эти рофло-моды, они все примерно плюс-минус одинаковые. Тут измененные машины на какую-то хуету. Текстурки, блять, дерьмо какое-то. Какие-то миссии странные. Там какая-то хуйня. Там, кстати, вот в каждом из таких модов где-то вдали какие-то, блядь, растянутые текстурки доверху постоянно. Давайте зайдем, что ли, я не знаю, в Blue, что-то там. Что это такое за Blue Castles? Что это такое? Бар голубая устрица. Блин, недавно посмотрел фильм с лицо со шрамом, блин, так захотелось вести пройти. Пиздец, еще эта модификация на базе ее. Ну ладно. Давай что-то купим. Бля, все бабки проебал. Пипец.
твою мать. Я не знал, что это полиция. Там фраза из какой-то советского фильма была сейчас. Мовиль. Блядь, почему, кстати, тут ни в каких модификациях бегать нельзя? В Сити же можно было бегать, я помню. Ой, бля. А по карте у нас что-то я видел... Мы здесь, да? Вот какая-то буква К и Ш. Мне интересно, что там. Радар написан, кстати, 4К. Full HD. Но это не 4К, это 2 примерно где-то. 2,5. Труд, охрана и паёк. Все как ты хотел. Совок. Ну, это Америка. При СССР была духовность, сейчас круг дикий капитализм. Что-то какая-то аллея дерьма, блядь, или что это? Ладно, не будем смотреть, а то, блядь, в тюрьму еще посадят, нахуй, за эти картинки. Так, пытаемся добежать до этой буквы К ебучей. Блядь, все лагает. Я имел в виду не лагает, а все как-то... зависает, вот реально. То в меню я не могу ничего нажать, то здесь как-то, блядь, камера зависает. Ну-ка, отдайте-ка свою машину. Нахуй. Ты долбоёб. Как это произошло сейчас? Где мы? Почему всё так жёлто стало? Чё это, долбоёб? Да ширак! Ёпта. О, кстати, это же из такси тачка. Югославия, FM, Летов, FM. Волна 103, послушать кассету. Региональное анальное радио, радио Рифма, горячая линия FM. Кыргызстан плюс, что на Кыргызстан плюс показывают? Какая-то хуйта. Сортирное радио. Позвольте, я хотел бы приобрести срочно у вас килограмм сушеной брюквы. Мне нужно приобрести здесь срочно у вас кое-какие провианты, продукты. Да я вернулся туда, я приехал все классики. Это Пахом вроде говорит. Мне нужно срочно здесь приобрести кое-какие... Пиздец. Ну и все, да. Пиздец, блядь, что происходит? Консервный дом. Консервы, консервы вокруг. О, консервы. Консервы вокруг. Консервы. Все. Блять, я застрял. Что делать? А. Консервы, консервы вокруг. Чё, это у меня будет вечность играть? Чё, дебил, блять. Вышел нахуй. Да, блять, ты... каким образом? Их, значит, там группа, человек 7, но все на ногах держатся. Попытался выяснить у них его адрес. Домой пойду! Ну хули мне ебать? Я следующий подъезд. Я вам всем ебала, а ты мусорам ебать. Да хули ты снимаешь, убери камеру свою печальную, сука. Ебал я тебя, ты еще... Печальную камеру? Блин, что происходит? Что происходит? Как это пропустить? Пиздец, ну и представление сейчас было. Но все равно у них угоняю тачку там, как я и хотел. И батина у них быстрая. Ой, что это за город Full HD? Ну, тут что-то какое-то уже повторение идет. Тут есть два оригинальных мода. Вася город и этот Купянск. А это какая-то, не знаю, пародия, что ли, или что. Ну, тут своего что-то мало как-то. Вот, конечно, вот это сейчас сцена меня удивила. Чуть-чуть. Но...
Если честно, пока не очень. Хотя давайте назад проедем, там вроде какая-то миссия нарисована. Ну, тут просто отсылки одни. Это на Сашу Малкова, это Купянск, на булочку, это... На самом деле, не ебу, что за булочка? Ебать, я сальто сейчас сделал, вы видели? Охуеть, да похуй, блядь, все. Что это такое? Это кто такой, блядь? Что это за пейк, за которого мы играем? Ну ладно, заходим на метку. О, миссия ESOWA International. Так, продолжаем. Я тут ненадолго отходил, но я помню, что мы зашли на какую-то миссию. И что-то какая-то хуйта произошла там, по-моему. Подожди, это касцена идет. А что дальше? Все, что ли, конец? Что это за дерьмо? Ебучий шакал. Это, конечно, картинка крутая. А что там, кроме этого маркера? Есть. Ой, ебать, самолет летит. О, тут с этого вида можно посмотреть на карту. Салаты какие-то, блядь. Что это такое? Короче, какая-то хуета, хотя вот тут что-то похоже на этот, на город, да. Хотя нет, тут текстурки какие-то уебищные. Не похоже. Нормальный проект, я забираю свои слова назад. Ну вот тут что-то, что это, Санкт-Петербург, что ли? Вот это, Артенбург. Это похоже вообще на Останкино, как будто из криминалки взяли. А это какой-то столб дерьма очередной. Я помню, в Купянске там было из Безрукова такой столб. В Электрогорске, не помню, что было в Электрогорске, это было вообще дохуя назад дней. И вот здесь какой-то пидорас. Кто это такой? Сорян, если этот чел меня смотрит. Просто не знаю, кто это. О, хуй. Ага, хуй. Прикиньте, хуй квадратный. Ой, что-то у меня уже, блядь, крыша поехала от этих модов ебанутых. Ну, давайте сейчас посмотрим тогда оружие, которое тут добавили новое, если его добавили вообще. И, наверное, уже будем постепенно закругляться. Блядь, тут, конечно, читка D, это пиздец. Тулус. О, всё. Заебись. Масло какое-то появилось в руке. Винтовка обычная, кстати. Обычная. Это что такое? Что это такое? Какое-то дерьмо. Похоже на кедр, кстати. Что-то мало не изменили. Да, какой-то мод такой себе, кстати. Самый пиздец трэш, это, блядь, Вася Город, я уверен, это просто полная хуйня. Именно со стороны... Ну, типа, моды. Со стороны модов, я имею в виду. А со стороны рофлов, это самый лучший мод из всех. Купянск на втором месте, а там всякие, бля, Электрогорские, Артамямбурги, это вообще какая-то хуйня. Как я понял, уже опять не заменили. Походу, вообще хуй на оружие забили, бля. Я такой первый раз вижу вообще в моде, чтобы не сделали оружие. Даже, блядь, в GTA Кавказ-то было. Нигам. Патронов нет бесконечных. Бля, какой-то мод вообще. Не знаю. Не в обиду разработчикам, но он такой себе какой-то. Тухловатый. Вот, сука, живучая падла, блядь. Ну, все, видимо, тут уже ничего не заменили. Вот такой вот у нас получился коротенький обзор, ну и контент тут как-то маловато. Хотя, может, и много, но, блядь, карты нету. Тут осталась какая-то ремонтная, буква П появилась, ну и все, в принципе. На этом
мы уже будем потихонечку заканчивать. С вами был Чикапаев. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ебашьте в колокол, там что-то рекомендуйте это видео своим друзьям. А с вами был Чикапаев. Всем удачи и всем пока.